I first give the floor to the Deputy Permanent Representative of the Russian Federation, His Excellency Sergei Konushenko, to introduce the draft resolution. о работе межучрежденческой целевой группы по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними за прошедший год. С удовлетворением отмечаем прогресс достигнутые МЦГ в выполнении мандата в области координации деятельности учреждений программы фондов ООН по оказанию помощи государствам в борьбе с НИС и достижении цели устойчивого развития, связанных со здоровьем, который был подтвержден резолюцией 2016-5 и КОСОС. При активной поддержке МЦГ в ряде стран Успешно продвигается разработка национальных стратегий противодействия Низ. Группа последовательно работает над повышением осведомленности государств в вопросах профилактики этой категории заболеваний, их влияния на осуществление других ЦУР, а также над формированием широкой международной коалиции в поддержку нуждающихся стран. Уже сейчас вокруг МЦГ объединился ряд стран – Германия, Италия, США, Япония и Российской Федерации, которые на регулярной основе оказывают ей содействие, тем самым способствуют достижению повестки дня устойчивого развития до 2030 года. Госпожа председатель, проблематика НИС продолжает занимать одно из центральных мест в повестке дня Российской Федерации в области здравоохранения – мы не только совершенствуем и укрепляем собственный потенциал в этом вопросе, но и готовы расширять участие в международных усилиях по оказанию помощи нуждающимся странам. В частности, прорабатывается возможность о выделении 1 миллиона долларов на осуществление совместной глобальной программы ПРООН и ВОЗ по активизации межсекторального национального реагирования на НИС с акцентом на стимулирование привлечения государственных и частных инвестиций на борьбу с этими заболеваниями. Госпожа председатель, 2018 год станет новой вехой на пути борьбы с неинфекционными заболеваниями. На третьем заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по данной проблематике будет проведен обзор достигнутого, а также предстоит определить вектор приложения дальнейших усилий. Подготовка к заседанию уже начата. В частности, считаем своевременным решение политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой КОСОС провести обзор третий ЦУР по здравоохранению, включая борьбу с неинфекционными заболеваниями в июле этого года. Пользуясь случаем, хотим пригласить всех и в первую очередь активистов в борьбе с низ принять участие в тематическом мероприятии на полях ПФУР, посвященном вызовам в осуществлении национальных планов по борьбе с этой категорией заболеваний. Кроме того, предлагаем подумать над возможной организацией в преддверии заседания высокого уровня Генассамблеи глобальной конференции по финансированию НИС, на которой можно было бы предметно рассмотреть пути мобилизации дополнительных средств на борьбу с данными заболеваниями. Госпожа председатель, положительные результаты работы МЦГ, рост востребованности ее услуг в странах убеждает в необходимости продолжать оказывать содействие группы, укреплять ее финансовый, технический и кадровый потенциал. По этой причине делегация Российской Федерации представляет сегодня проект резолюции поддержку МСГ. Постановляющая часть резолюции ориентирует на мобилизацию дополнительных средств и создание необходимого потенциала в развивающихся странах для борьбы с неинфекционными заболеваниями. Тематическим рабочим группам рекомендуется уделять больше внимания рассмотрению дополнительных факторов, способствующих расширению масштабов неинфекционных заболеваний, а членам целевой группы в надлежащих случаях разрабатывать и осуществлять собственные стратегии по предотвращению вмешательства табачной промышленности в ее деятельность. Рассчитываем, что принятие резолюции послужит важным шагом в повышении эффективности деятельности МЦГ как координатора международных усилий в борьбе с неинфекционными заболеваниями. Госпожа председатель, в заключение Позвольте выразить признательность делегациям за активное участие в согласовании проекта резолюции. Хотели бы сообщить, что Белоруссия, Люксембург, Австралия, Япония, Бразилия, Уругвай, Португалия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Греция, Бельгия. Испания, Венесуэла и Польша стали соавторами резолюции. Призываем также и другие страны поддержать активизацию борьбы с неинфекционными заболеваниями и присоединиться к числу соавторов представленного документа. Благодарю вас. I thank the